Всем привет, дорогие друзья! Вы наверняка знаете вон ту штуку. Это гироскутер. Какие основные преимущества его? Ну, во-первых, это цена. Во-вторых, это то, что легко можно научиться кататься. И в-третьих, это, в принципе, его вес. Научу первым шагам. Больше ездишь, чем чаще практикуешься, тем увереннее ты на нем уже становишься ездить. Как нужно ездить на гироскутере? Можно ездить сидя. Начинает подколбашивать только когда ты набираешь скорость. Как видите, вполне неплохо уже получается.